Здравствуйте! Вы в гостях у Татьяны. Сегодня я готовлю новогодний салат шампиньонов, маринованных собственного приготовления. Буду показывать по ходу действия. Режу шампиньоны кубиком. Нарезала шампиньоны, прикладываю миску, нарезаю яйца. У меня 6 штук яиц. На это количество, ну, вышло 4 ложки резаных шампиньон с коркой. Нарезала яйца, перекладываю миску. Натираю сыр. Можно глазки, у меня сулугуни. На среднюю терочку натираю. 50 грамм приблизительно. Почистила огурчик, нарезаю. Лучше почистить, так вкуснее. Нарезала огурчики, перекладываю. И добавляю тунец в масле. Консерву. Очень вкусно будет с тунцом. Добавляю майонез, 67% майонеза, 2-3 ложки. Хватит. И перемешиваю. Наш салат шампиньоны в снегу готов. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Ставьте лайки.